по поводу парада. Ну, будет и время еще, будет, скажем что-нибудь еще. Вспомню, забыл что-то я. Насчет вот этой сирийской базы, что там парад будет. Ну, как-то это вот тоже такое время, когда устраиваются парады на войне. А мы знаем еще по истории Второй мировой войны, это заканчивается плохо. То есть, когда там какие-то мероприятия, такие, ура, там туда-сюда, то ли бомбу там кто-то умудряется в цветы подложить, да, или еще там что-то. Ну, понятно, что люди, которые занимаются муштрой и парадом, который надо показать по телеку, ладно бы они только для себя делали, да, а это же приедет толпа народу, которым потом надо дать героев России за то, что они в Сирию съездили. Там сейчас построится очередь, видишь, этим дали, они слетали в Сирию. Ну, когда у меня спрашивали, зачем такие большие генералы ездят в Сирию, вот за этим и ездят. Раз, чук, нырнул туда, вернулся, оп, звезда. Сейчас другие там замминистра обороны говорят, ё, а у меня нет звезды героя, а надо. Что нужно сделать, чтобы там Шойгу говорят, хуже это, что надо, чтобы звезду получить? А в Сирию надо смотаться. Ну, вот они сейчас погрузятся и на парад поедут в Сирию туда. Вариант, что они могут оттуда не вернуться.